Невинный человек стал жертвой поисков горбатовского педофила. Из-за кем-то допущенной утечки его фотография разлетелась по социальным сетям, его объявили маньяком и затравили. Как вообще, на основании чего возникают такие обвинения? На основании вот этой кепки, вот этого значка и все. И вот это повод для обвинения в педофилии. Это не какое-то там хулиганство, это не какой-то там, я не знаю, какой-то пьяный поступок, это педофилия. Вот, пожалуйста, пишет Светлана, которая выложила эту фотографию. Сотрудник полиции, который дает нашему руководству информацию, а это руководство доводит до нас, а мы уже эту информацию распространяем сами как хотим в соцсетях. Наши корреспонденты сейчас разбираются, каким образом была допущена такая ошибка. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.